15 сентября церковь празднует память святого Иоанна Постника. Святитель Иоанн жил в VI веке. Он родился и вырос в Каппадокии в небогатой семье. В юности обучился ремеслу резчика по дереву, чем зарабатывал себе на жизнь. Затем будущий святитель принимает монашество. Слава о его аскетических подвигах начинает распространяться. Византийский император Юстин II вызывает монаха в столицу и назначает в клир соборного храма. Святой Иоанн принимает священный сан. В 582 году его избирают на патриарший престол. Согласно историческим хроникам того времени, святитель Иоанн был прост в общении и обходителен со всеми. Он отличался смирением и строгим соблюдением постов, за что и был прозван постником. Святитель Иоанн Постник не получил классического образования, поэтому не оставил после себя письменных сочинений, но он известен трудами по составлению и упорядочиванию так называемых епитимийных сборников. Такие сборники содержали последование таинства исповеди, рекомендации и предписания духовникам, а также различные церковные правила. Согласно церковной традиции, духовник мог наложить на кающегося епитимию, то есть особый покаянный подвиг. Время исполнения епитимии должно было стать для человека периодом усиленного и внимательного отношения к собственному духовному состоянию с целью исправления совершенного греха. После смерти святитель Иоанн стал считаться святым.